FIFA Ultimate Team. Монеты на любые платформы по самым интересным ценам вы можете купить на сайте краба.ру. Ссылка в описании. Кстати, предзаказ на FIFA 15 всего за 1450 рублей вы можете сделать там же, прямо сейчас. Привет всем, друзья! Это канал Сосиска в тесте. Мы продолжаем One Up на Мирослава Клозы. И у нас уже осталось всего лишь 5 игроков. Представляете, да, мы поменяли уже целых 5 игроков на Ифов, Тотсов и Мотомов, Аймотомов и так далее. Ну, еще 5 игроков поменяем, и состав будет полностью боевой. Ну что ж, поехали. Вот соперники найден. Будем сейчас с ними бороться. Но, смотрите, он берет просто и выходит. Но мы на него не обижаемся, мы на него не в обидках. И ищем другого уже соперника. Вот с нами будет играть Барселона. Барселона против ЦСКА. Ох-хо-хо-хо-хо, что будет сейчас на поле? Итак, 88 рейтинг команды. Это уже... Ибрагимович, Левандовски, Тотс. Ё-моё, ребята. Это жесть. Я промолчу, ребят. Ну что ж, поехали. Это будет просто немецкое кино, ребят. Это будет кино, где играет Мирослав Клозе. Клозе, удар! Клозе! Господи, спасибо, что ты сейчас пробил точно в девятину просто. Господи, как так-то? На 5-й минуте мы выходим вперед против такой команды-то. Никто его не встретил. Ребята, зашибись. Ложный замах. Ошибка защитника, Хумельса ошибка. И все, мяч в воротах. Кондрева. Клозе! Второй Клозе кладет! Второй мяч Клозе положил. Замечательно. Ой, замечательно, а. Ханданович, стой на месте. Стой на месте. Левандовски, что будет делать сейчас? Сместись немножко. Хорош, Ханданович! Ханданович, тащер у нас в команде. Подача. Удар, гол. Хумельс, головы. Да. Это такое оружие, голова-то у Хумельса, что пробивает это всегда. Точно. Кондрева, Клозе, решай! Пенальти, судья! Пенальти! Вот! Отлично! Так и должно было быть. И Кондрева, конечно же, Клозе. Ой, над головой, как хорошо! Я думал, это бьет. Клозе, молодец. Ух. Три мяча Клозе на 28-й минуте. И это уже большой плюс нашу копилочку-то. Абаты, заброс. Ой, как хорошо. Ой, нет, только не Ибра. Выйди, Неймар. Ух ты, ё-моё. У него еще и Неймар. Дани Алвеш. Подача. Фух. Сейчас еще одна будет подача. Абумиянг, фу. Surprise, motherfucker. Пенальти? Чё? Не понял я сейчас. Чего это пенальти-то? Какого перепуга-то пенальти? Есть! Ханданович, ты богиня. Дискотек, блин. Догнать. Ай! Ханданович! Спасибо, что ты вытащил этот мяч. Ханданович! Давай, Клозе! Давай, матушка! Давай! Клозе, решай! Нет, ну как? Давай! Оп, хорош! О, тю-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 
Канданович! Ой, господи. Подача. Ой, Ханданович! Я в шоке от Хандановича, ребят. Клозе, давай. Клозе, развернуться. Клозе, решай. Да какая жопа Кондревы, блин! Воу! Хамданович! Ты бомба! Хамданович, ты бомба! Опять все зависло. Ну, ё-моё. Давай подачу, давай. Давай на Ибру. Подача пошла, Ибрагимович. Бенатье! Матуиди, у него удар хороший. Замечательно. Мы еще его почти сломали. Нет, не сломали. Так, Киллини. Все, первый матч закончен. Мы поменяем опять всего лишь одного игрока. Сейчас я подумаю, кто же это будет. Потому что мы 3 мяча всего забили опять. Ребятки, а будем мы менять Погбу? И знаете на кого? Вы даже себе не представляете, на кого мы меняем сейчас Погбу. На Погбу. Погба Аймотем будет сейчас у нас бестить, я думаю. Но сейчас осталось всего 4 игрока поменять. Эти 4 игроков нужно умудриться поменять за 2 серии, ребятки. За 2 серии. Ну что ж, поехали в матч. Интересно, какой же сейчас нам соперник достанется? Никакой не достанется. Все боятся нас, все уже боятся этот состав. Все ссатся от нашей бомбы. Ну что ж, ждем соперника. А нет, Манчестер Юнайтед не ссытся нашего состава. И я думаю, зря, ребятки. Зря, я думаю, он не ссытся от нашего состава. БПЛ-ка у него обычная сейчас будет. А он не ссытся, потому что у него Бентеки в атаке. Поэтому он и не ссытся. Будем ждать навесов от Наваса, от Шурли там. Или кто у него, да, Шурли вроде бы был на другом фланге. Поехали. Филаини. Ой, Клозе молодец. Клозе удар. Дан-дан-дан-дан. Офигенский просто выстрел. И мяч в воротах. Нечего так ошибаться, друзья. Нечего с Клозе так ошибаться. 1-0 на 7-й минуте, ребят. Мы уже привыкли, что мы выходим в начале матча вперед. И тут опять Кейсай. Там, кстати, гол. Так, Клозе. Вот так вот. И вот так вот не получилось. У меня обманул. Надо было просто пробить. Ай-я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 й. Клиши пошел. Сейчас навес будет на Бентеке, ребят. Я читаю его мысли. Да пошел ты в жопу. Капец вообще. Ребятки. Кондрева. Ну там толчок был так. Клозе удар. Да какого хрена? Перекладина-то. Армеро. На Клозе. Клозе. Да какого хрена ты отбил? Да какого хрена, чех козел? Жервиньо. Клозе! Чех! Какого хрена ты вытащил этот мяч? Ты ж был не в воротах. Кондрева хорош.
Жервиньо пошел. Жервиньо, давай. Ну куда ты так слабо-то? 6 ударов, 6 створ, у него один удар с навеса и гол. Пробить. Да, задолбал. Ну чех, ну как? Капец. Подача. Подача. Давай, Клозе, давай. Что это? Мяч все равно в воротах. Клозе хорош. Клозе красавчик. Два мяча Клозе. Фух, даже после отбитого чехом удара мяч оказывается в воротах. Сантик Косорва, гадина. Заброс. Тут Абаты должен. Абаты должен. Ох, как мне сейчас повезло. Мы отскочили сейчас, ребят. Мы сейчас отскочили. Юветич очень хорошо пробивал. Юветич. Гол. Четвертая минута, мы 2-2 играем. Я вообще в бок отдавал, почему он отдал по центру, я не понял. Ладно, 2-2, тогда 2. Потому что мы уже не успеем два мяча забить. Да как, Кондрева? Да капец. Как все сделал сейчас хорошо у нас Клозе. Давай, давай, давай. Кондрева. Ну, наконец-то Кондрева забил. У нас пустые ворота уже. Отлично. 3-2. Поставили Кондрева одного. Так, побежали, короче, Клозе. Так, Жервиньо. Пенальти, судья. Пенальти. Не, давайте Клозе поставим. А вдруг Клозе у нас забьет потом в конце матча еще один гол. 4-2. 4-2. Было только что 2-2. Уже 4-2. Замечательно. Клозе реализовал пенальти. И нам теперь нужно еще один гол Клозе забивать. Соперник вышел просто из матча. 5-1 игрока мы меняем, ребят. Если бы... 14-3 по удару. Охренеть, ребятки. Ну что ж, одного игрока мы сейчас поменяем. А кого, я думаю, сейчас подумаем. Ну что ж, ребятки. Будем менять Бенатьё на Касероса. Хоть Касерос и РБшник, но, как вы знаете, он умеет играть и на ЦБ. То есть на центральном защитнике. И вот такая вот замена у нас будет. Очень офигенный просто... защитник. Он, конечно, уступает Бенатье по защите и по голове. Но как он играет в обороне, ребят, это просто офигеть. Ну что ж, мы с вами увидимся уже в следующей серии. Нам осталось поменять всего лишь 3 игрока. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.